Приветствую всех дорогих подписчиков и гостей канала. Сегодня хочу показать вам покупки, которые мы сделали. Муж купил себе зимние ботинки и мне две пары обуви. Сейчас я вам покажу и потом померяю. Вот такие вот он купил, посмотрите. Чудесные, на мой взгляд, зимние ботинки кожаные. Очень хорошие, мне нравятся. Видите? Вот такие тепленькие. Он любит теплую очень обувь, потому что мерзнет. Вот так. Мне купил он кроссовки. Вот такие я себе выбрала. Посмотрите, прелесть какая. Просто шик. И я в них не замерзну. Конечно, если мороз будет минус 15, я одену сапожки, которые я купила. Но посмотрите, какие шикарные. Я выбрала себе кроссовки, очень хорошие. Сейчас я их померяю. Сейчас покажу вам еще сапожки. Вот. И вот такие сапожки я себе выбрала. Очень легкие, удобные. Конечно, не такой мех, как... Но все равно, они тепленькие. Я не мерзну. Это муж у меня мерзнет, я нет. Вот такие вот чудесные. Сейчас я это все померяю. И посмотрим, как они выглядят. Сейчас буду мерить. Вот я померила кроссовки. И самое важное, что я нашла наконец-то свой размер. Это 35 размер. Это мой размер. Очень удобно. Просто чудесно. Мягкие, устойчивые. Ножка просто спит в них. Чудесно. Я очень довольна покупкой. А теперь вот сапожки. Смотрите. Сапожки тоже очень мягкие. Удобные. Прекрасно. Вот так вот я радуюсь. Вот. Еще я купила себе брюки. Я очень хотела такие брюки теплые, которые я могу просто одевать на тело, даже если мороз. И я в них не мерзну. Сейчас я их померяю. Вот теперь я показываю вам брючки, которые я купила. Конечно, это они похожи немножко на лыжные, скажем так. Но очень хорошие. Видите? Они теплые, я прекрасно их одеваю на голое тело, когда будет очень холодно. Ветер не пропускают, просто шик. Я очень благодарна мужу за такие покупки. Сейчас муж померяет ботинки, я вам покажу. Теперь я показываю вам, муж одел ботинки. Вот, очень хорошо. Очень удобно, хорошо, тепло. И отлично, все класс. Все, мы очень довольны покупками. Все. Благодарю всем своего мужа. Хорошего дня. Хорошего дня. Вот такие покупки мы сделали. Мы очень довольны с мужем. Вот я вам показала, какую обувь мы купили, какие брючки. Всех благодарю за то, что смотрите видео. Кому нравится, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите свои комментарии. До новых встреч! Всего хорошего. Желаю всем здоровья, счастья, благополучия. Пусть у вас все будет хорошо. Улыбайтесь.